Кстати, я приходил сегодня, пришел сегодня сюда как посол Германии для того, чтобы почтить честь жертв варварских немецких преступлений, совершенных здесь немцами во Второй мировой войне. Я думаю, что для Беларуси здесь, конечно, это место большой трагедии. И просто хочу сказать, выразить, что Германия никогда не будет забыть то, что здесь произошло от имени Германии. Эти невыразимые боли, которые здесь произошли, и я клянусь перед вами. Спасибо вам. Спасибо вам большое.